Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию «Стоять, паскуда», ладно, не стреляют. Всем добро пожаловать в новую серию прохождения GTA 5, я рад каждому человеку, который сейчас тут сидит вместе со мной и смотрит эту серию, я действительно очень сильно рад, кто меня поддерживает. И также, ребята, если вы хотите, да, YouTube пень, если вы хотите новую серию GTA 5, то все, что от вас требуется, то поставить лайк. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк на этой серии, и если мы набираем 200 лайков, то сразу же выходит новая серия GTA 5. Поэтому все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк, я буду действительно очень сильно этому рад. В этой серии мы уже не будем ничего тюнить, в этой серии мы уже не будем действительно ничего делать, потому что в этой серии уже хочется выполнить какое-то задание. И плюс к тому, у нас там вроде есть какое-то крутое задание. Оно вроде, если я хорошенько помню... Если я хорошенько помню, то... Стоять! Ребята, если я хорошенько помню, то у нас задание сейчас это украсть крутые машиночки. Я не для того его убил, чтобы вернуть байк тому, у кого он украл. А он даже крутой, если честно. А для того, чтобы быстрее доехать туда, куда нам нужно. Потому что он все же быстрее, мне кажется, едет, чем вот та машина. Поэтому я его и украл, ребята. Ух ты, ни хрена себе он быстрый. Ничего себе он быстрый. А если мы в Лос-Сантос поедем? Я просто хочу посмотреть, насколько он круто тюнится, потому что вы видите, что он реально очень быстрый. Также, ребята, если там мы в этой серии тюнить не будем, только вот этот байк мы только сейчас посмотрим. А мы поедем уже выполнять задания, потому что задания сейчас у нас действительно крутые, я так и не успел договорить. Задание у нас сейчас это тюнинг, не тюнинг, тюнинг, у меня только в голове один тюнинг. Это... Главное, чтобы меня сейчас не переехали и не убили. Это нужно красть крутые машиночки, да, мы уже две машинки украли, в предыдущей серии или в какой, на трассе, да, там с Майклом, с Тревором мы украли. А в этой серии мы, наверное, будем красть сами, посмотрим. Я просто хочу посмотреть, реально тюнится ли круто этот моцик, потому что он очень быстрый, нафиг. И мне интересно, мне просто-напросто жопу раздирает интересность, насколько он крутой. Ох, ни хрена себе, смотрите, он еще даже протюненный. Он протюненный практически на максимум. Номера, краска, трансмиссия. А, это все, что тут есть. Это все, что тут есть. А какое было бы крутое колесико? Какое бы, ребята, было бы круто? Вот, давайте вот это. И вот это. Заднее, переднее, цвет колес. А какой бы цвет колес? Сначала, так, сначала, какую бы окрасочку? Ух ты, ни хрена себе. Классический. Какой цвет подойдет, ребята, как вы думаете? Может, давайте вот этот попробуем и дополнительный. Нет, матовый не хочу. Дополнительный. Хм, я не знаю, честно, ребята. О, давайте вот этот. Мне кажется, прикольный. Дальше. Трансмиссия на максимум. Турбонаддув. Вот это. Колеса. Цвет колес. Цвет колес, наверное, синий мы поставим. Мне кажется, синий будет крутой. Или вот этот. Нет, все-таки, мне кажется, синий будет получше. Только вот того синего, что нам нужно, вроде нету. Только вот этот. А если мы черный... Давайте черный. Да и все. И модификация... Ух ты. А давайте еще вот эту. А что там еще стоит? Белый дым. Тут куча всего уже само по себе потюнено. И даже вот эти фары стоят, ребята. Этот байк сам по себе уже реально затюненный такой. Хм. А мы, наверное, пойдем его сейчас сохраним. Его сохраним, ребята. Потому что он реально крутой. Он мне нравится.
Мы его быстренько сохраним и поедем на задание. Так, вот задание вот тут, а домик наш вот тут. Поэтому давайте быстренько туда поедем. Если честно, это будет быстро, потому что, ну, такой скоростной этот мотоцикл. Такой, немного скоростной. Поэтому, охренеть, какой он быстрый, ребята. Смотрите. Опа, главное. Да, если честно, я даже не стукнусь, потому что мало того, что я этот скилл использую, так этот байк сам по себе такой очень крутой. И у нас 1 километр остался. Смотрите, вот там снизу как быстро метры проходят. Как быстро мы едем, ребята. Это просто офигеть. Ух ты, чуть не стукнулся. Если бы я не включил этот скилл, то мы бы 100% стукнулись бы. Ай, не туда, не туда, не туда, не туда. Вот сюда. Вот. Это нужна машина. Ну, эту гонку мы уже прошли, поэтому сейчас мы больше ее проходить не будем. Так, сейчас. А что тут другие машины стоят и делают? Это же наш гараж. Что вы тут, походу, забыли, да? Ни хрена себе, думал, цыганы пришли, колеса украли. Это казалось просто баг какой-то. Я уже напугался, так, где мои колеса нахрен там? Десятитысячевые, да, за которые мы заплатили. Это охренеть, сейчас где... Да, ну на вот этой драндулете, на этом драндулете я 100% туда не хочу добираться. Уф. Вот, там что-то едет, тут что-то едет, но мне кажется, это будет покруче машинка. Хотя нет. А хотя джипик. Так, на разик сойдет, чтобы туда проехаться. 1 километр, поэтому давайте, ребята, мы туда быстренько доедем. Ну, постараемся хотя бы, потому что на этом джипе это, в принципе, не так-то и просто. Если бы какая-то спортивная, то было бы реально намного быстрее. Но не выбираем, ребята, у нас нету никакого выбора. Нам вот это... Ух, это не... Да я выключил вот это. У нас вот эта машина попалась на пути, которую мы просто украли, поэтому... Мы на ней и поедем. Да, если бы я еще ехал нормально сейчас, а не как пьяный, то поедем. Ребята, вы видите, вот там спереди, прям перед нами, видите, там есть миссия, не, гоночка. Это гоночка на скутерах. Я уже ее прошел. Не на скутерах, а на... Не на квадроциклах, на гидроциклах, или как она, ну, короче, на воде, которая вот эта фигня плавучая, да. Вот на ней... Это чем нафиг? Вот на ней, ребята, я прошел и я выиграл первое место, занял. Если честно, мне вроде бабло даже никакого не дали, поэтому я как-то даже печальный такой немного был. Не то, что печально, а немного расстроился. То есть, охренеть, мы прошли одну гоночку. На машинах вложили 100 баксов, выиграли 200 баксов. В другой игре мы вложили 1000 баксов, выиграли 2000 с чем-то баксов. А в той гонке я вроде ничего не вложил, ничего не выиграл. То есть, зачем тогда вообще нафиг та гонка? Так, выбрать Тревора. Ух. Используйте джойстики, чтобы управлять камерой и... На видео перекрестие. Синяя метка на экране обозначает местоположение человека. Местоположение Франклина отмечает... Да чё ты так долго... Ага, вот. Эксгибиционист. Так, куда нам? Просканируйте цели. Вот нам туда нужно, да? Ну полетели, это долго будет. You wanna bullshit me?
Ну пускай они летят, летят, быстренько базарят там, мы послушаем. По машиночке где-то. Так, во, наконец... Да хоре базари! Так, вот он, да... Давай, 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 чувак! Сканирование? Нет, это не он. Нет. Ну, понятно, что они за тёлочку там бэм-бэм-бэм бьются. А куда нам, в какую сторону? Так, сейчас. В недосягаемости, нужно ближе. Ну, это тёлка. Как это может быть нужный нам человек, если мы, если вы тёлку сканируете? Вы вообще нахрен дебил или что? Так, в какую сторону? Нам нужно чувака, он сканирует девку. Нахрена вот вопрос возникает. Мне зоны досягаемости. Это не он. Не он? Не он? Дальше. Не он. Вот это я не знаю, может, хотя вряд ли. Кто там стреляет? Или мне показалось? Это должен быть он. Пожалуйста, я не хочу летать. О, он! Это он, ребята. Следи за членом... Проследите за членом Маллиганом, знаете, где он припарковал машину. Ну ладно, следим. Надеюсь, что недалеко, потому что я не хочу сейчас летать, не знаю еще сколько. А где он бы мог ее припарковать? Ну вот он, да? Может где-то вот тут в гараже? Не знаю, сейчас посмотрим. Ты не хочешь куда-то продвинуться? Или за ним нужно слушать? Ага. После того, как появится... Где? Вот, вижу. Ну понятно, что ты тут вот машина Франклина, вот она. Я опять не вижу. И где его машиночка? Где твоя машиночка, тварюга? Чё ты натворил? Пульс зрения, передавайте инструкцию. Hey, так вот он. А как мне передавать инструкции? Ага, просто. Ага. Да охренеть, почему такая чувствительность? Дикая, не то что дикая, наоборот, мелкая. Ни хрена себе, да что там? Ух ты, дебил! Не ушатай машиночку крутую! За несколько миллионов! Опа!
Ух ты, дебил реально. Где он? А, вот он. Вот он. Да сдавай, давай, пни его или что-то. Ага, вот Франклин. Во. Машиночка, может, и старая, но хреначит прям сильно. Вот он. Вот он. Да слови ты его уже, Франклин, пожалуйста. Вот он, заехал сюда. Так. Так, пока что я никого не вижу. Так, ну если он внутри, то где он? Вот он. Или вот. Или вот. Или вот. Я не могу летать. А как мне их найти, если я что, ладно, тепловизор, визор, но... Я не могу нахрен через стены видеть. А, вот он. Может, вот этот? Он что там пиздит? А если вот этот? Ну тогда вот этот. Да. Он. I know you think this car might be worth. Whoa, whoa, whoa! It's yours, man. My baby. No, no. Ну убивать я его тоже не буду. Ну за что? Хотя может. Mr. Clinton. Hey, Molly, right? I got that car for y'all. The Z-type? Mr. Weston will be glad you caught us. He wanted to see it before we took off. We're on the way to his personal hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. Alright. Hey, I'm delivering the ride to Los Santos International. В аэропорт. В хорошем состоянии, а значит даже стукаться нельзя. Shit, I think they both gonna be there, dog. Devin and Molly. Say hello from me. Ну машина реально, ребята, крутая. Вот первое лицо я не хочу ее угробить, если честно. Так. This girl, man, she got balls, dog, but she needs some serious stones to handle your ass. Я боюсь на ней даже разгоняться, но нужно как можно быстрее туда доехать. Уи. Да еще, а мне похуй, этот. Полиция? Нужно было его нахрен завалить. Да, вот даже, даже вот сейчас Франклин сказал, что зря я его не убил. Вот реально зря. То есть я думал, вот сейчас буду хорошим человеком, не буду его убивать, не буду его гробить, да, просто-напросто его отпущу и
ну, наверное, круто, буду хорошим человеком. Ну, нужно было его зафигачить, чтобы он в полицию, да, не позвонил. Вот зараза, паскуда. Так, я надеюсь, тут меня никто не увидит. Может, да? Сколько там звезд? Две... Так, не стукаться больше. Там полиция! В эту сторону. Там полиция, ребята, не нужно попасться. Пожалуйста, уезжайте. Вы уехали, нет? Во. Нормально. Так. И очень сильно заносит. То есть дрифт прям какой-то на этой машинке. Но нормально, нормально. То есть сейчас. Тут нам нужно развернуться, да? Тут мы так быстренько разворачиваемся и едем куда? Ага, вот сюда. Ой. Просто немного там места было, чтобы проехать. Опять. Хотя, в принципе. Ух, это как-то далеко нахрен. А вот так нормально. Почему тогда мне сразу... Тогда сначала показалось, что там 1,5 километра, а потом сразу же переключилось на вот столько. Фиг его знает. Фу, так, ну что, ребята, мы уже практически вот тут. Мы уже практически доехали. Сейчас куда? Сейчас вот сюда. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Круто. Ну реально, ну машина, ну офигеть. Так, сейчас сюда, да? Oh, there she is. You know, if this beauty was a woman, I'd have to break my 20 and under rule. Man, I'll just stick to driving, all right? Hey, tell me something. You know how many of these things they made? Shit, like 10? No, not like 10, man. Exactly 10. Oh, wow, man. You one of them type of dudes, huh? Tell you something. How'd you like to drive a car like this one? Он уже ездил вообще-то только что сейчас. Or this? Oh, man, right back at me, homie. Really nice. Hey, you know something? You're not like those, snowbird retiree pals of yours. You are sharp, man. Man, I'm just looking for a paycheck for my services. No, don't worry. It'll come. That'll come. But right now, it is life lesson time, pal. You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me, right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blow jobs. I got the world on a plate. Those two clowns, oh man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full-core meltdown, and you're just standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call before it's too late. Yeah, all right, man. I will. Before it's too late, man. Hell yeah. Just take any car and go. Опа, нам на выбор машиночку дают. А хотя они, в принципе, все одинаковые. Это машина Майкла. Так, ладно. Ай, не в ту сторону. А куда они нафиг уезжают, улетают? В эту, да? Во. И вот все. Фу. Офигеть, прошли. О, ребята, давайте, пожалуйста, на этом мы уже будем заканчивать, а я уже прям... Офигеть. Ух, спать, наверное, еще пойду. Всем спасибо за просмотр. Ребята, если вы хотите новую серию, набираем 200 лайков, выходит новая серия, как я уже много раз вам говорил. Также, если вы хотите что-то у меня спросить, посоветовать, подсказать, все, что от вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий, потому что я общаюсь со своими подписчиками, я буду рад каждому новому комментарию, я также постараюсь его прочитать и на него ответить. Также, я просто смотрю, куда тут можно повернуть, завернуть, чтобы подпрыгнуть. А также, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Я тоже говорю, что я буду очень сильно этому рад, потому что я рад, честно, я рад каждому новому подписчику. Поэтому вступайте в нашу банду и становитесь одним
наших больших член, да. Ну, короче, я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Поэтому, ребята, подписывайтесь и вступайте. На этом мы будем заканчивать. Я просто хочу еще вот тут прыгнуть, если у меня, конечно, получится. Вряд ли у меня, конечно, это получится. Я просто хотел вот тут прыгнуть, но вряд ли, потому что, ну, скорость не такая большая. Поэтому вряд ли мы сможем что-то тут сделать. Нужно... Уже, наверное, было намного больше. Но все же, ребята, еще раз скажу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем. Ну, долетай ты уже нафиг. А то серию пора заканчивать. Ну, на крышу ты туда 1000000% не залетишь. На крышу ты не залетишь, я уверен. Да, не залетит. Почти. Если бы было намного больше скорость, то залетел бы. Всем пока!